Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Под куполом». Все о цирке. Даниэль, ты подготовил все, о чем я тебя просила? Женя Олеговна, я в библиотеку ходил, историю цирка изучал, обо всем забыл. О чем вы меня просили? Даниэль, какая библиотека, какая история? Я тебя просила походить в тренажерный зал и подобрать себе спортивный костюм. Точно. А зачем это нужно? Даниэль, записывай. Сегодня ты познакомишься с легендой спорта, чемпионом мира по спортивной гимнастике Сергеем Федорченко. Женя Олеговна, это значит, что я сегодня в цирк не пойду? Разумеется, пойдешь и проведешь день вместе с артистами номера «Воздушный полет». Женя Олеговна, вы, кажется, заработались в архиве. Причем здесь спортивная гимнастика, чемпион мира, цирк и полет? Даниэль, Сергей Федорченко руководит полетчиками, так называют артистов этого жанра. В цирк большинство из них приходят из большого спорта, так как этот жанр требует серьезной физической подготовки. Ну и, конечно, смелости, ведь выступают артисты на высоте 12-13 метров, без страховки. Именно поэтому воздушный полет иногда сравнивают с коридой. Это еще почему? Даниэль, потому что жанр очень опасный, и никто никогда не знает, чем может закончиться выступление. Женя Олеговна! Даник, я предупреждала. Береги себя. Ровно 10 лет назад заслуженный мастер спорта и чемпион мира в опорном прыжке Сергей Федорченко начал в цирке новую жизнь. Здесь все было не так, как в спорте. Никакой конкуренции или работы на результат. Самое строгое жюри – зрительный зал, а первый помощник – партнер по номеру. Сергей Федорченко – заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, обладатель ордена «Курмет», руководитель номера «Воздушный полет Альтаир» Казахского государственного цирка. Один из самых титулованных казахстанских гимнастов, чемпион мира, чемпион азиатских и восточно-азиатских игр, победитель 4-х игр «Доброй воли». Об истории воздушного полета мы поговорим с Даулетом Дусбатыровым, доктором PhD, художественным руководителем и заместителем директора Казахского государственного цирка. Даулет, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда и как зародился воздушный полет? Воздушный полет – это вообще жанр, относящийся к воздушной гимнастике. Это уже когда натягивается сетка внизу. Но хотелось бы отметить первого представителя, конечно, в этом жанре. Это французский артист Жюль Леотар. Жюль Леотар – первый в мире цирковой артист, совершивший полет под куполом цирка. В течение 12 минут он выполнял перелеты между тремя трапециями, подвешенными в ряд, а также сальто с одной трапеции на другую. Выступал артист в облегающем одноцветном трико с длинными рукавами, не стесняющим движения и подчеркивающим мускулатуру. Костюм Леотара стал прототипом современного купальника для гимнастики. Он показывал свои номера на тот период еще не было сетки, он над водой отрабатывал какие-то, вот финальный у него трюк был, он делал сальто и пируэт. Я сейчас не залезу. Переходит. Не-не-не-не. Жень, я туда не полезу. Нет, все. Не, все. Я не полезу туда. Это страшно. Расскажите, пожалуйста, что вы вот сейчас дружной командой такой здесь делаете? Ну, мы сейчас устанавливаем аппарат для воздушного полета. Он как называется? Петиции. Сейчас вот это страховочная сетка. Страховочная сетка. Потому что будем падать, поэтому сейчас ее надо натянуть. Это получается у вас вот единственная страховка. Да. Если неправильно натянешь, то может быть все криво. Угу. При падении можешь как бы упасть с сетки, если не будет ровно. Угу. А такое вообще возможно? Просто вылететь и вот сколько здесь? В практике цирка бывало, что вылетали сетку,
падали к бабушке на пятый ряд. Дабы избежать падений на колени зрителей, оборудование для воздушного полета тщательно проверяют. Особое внимание уделяется страховочной сетке. Ее изготавливают из высокопрочного капрона. Она весит около 80 килограммов, но при этом выдерживает нагрузку, равную весу целого кита, то есть более 100 тонн. Так, кто-нибудь держите. Вы что делаете со мной? Все, держите меня. Все, давайте теперь сядем и запишем интервью. Сергей, расскажите, вот сетка, я на ней вообще еле стою. Это специально, да, вот вы меня сюда загнали, чтобы я привык к высоте? К сетке. К сетке, к сетке. Да, не так просто, как кажется, по первому взгляду. А вот вы, когда начинали, вы тоже, да, с сетки начали? Да. Не, ну, первый раз-то, конечно, залазишь, она тебя туда-сюда, елки, болтает, то упадешь раз, то, то бывает, ноги подворачиваешь. Страшно было? Пока смотрел, нет. Залез — страшно, честно. Сама структура аппарата, она выстраивается, это мост, это трапе. А трапе вообще, оно перешло к нам со спортом, с перекладины. Если в спорте это на строго фиксируется, то в полете она уже раскачивается. Также существует лоппинг. Он может быть как с одной перемычкой, может в виде качели быть, может двойной быть для двух людей. Но полет, он делится на лавитора и на вольтежера. Лавитор – гимнаст, который ловит партнера во время совместного выполнения трюков или упражнений. Вольтежер – воздушный гимнаст, совершающий перелеты с трапеции на трапецию в руки или на плечи партнера. По моему мнению, на лавиторе строится работа. Если хороший лавитор, он будет всегда вытаскивать с любого, даже если вольтежер немножко неправильно отошел раньше, позже. И если лавитор техничный, чувствительный и физически подготовлен, он будет вытаскивать, и завалов не будет. Взаимодействие лавитора и вольтежера в воздушном полете четко рассчитано. Вольтежер сходит с моста в точно установленное время, индивидуальное для каждого трюка. На лавитора ложится огромная ответственность. Зачастую успех номера зависит именно от его мастерства. Опытный лавитор знает индивидуальность каждого гимнаста. И при неточном выполнении трюка он может выправить положение. Именно поэтому абсолютное психологическое доверие к лавитору является важным условием работы в воздушном полете. Дидар, вот сложность работы лавитора, она в чем? Вначале страх. Страшно за своего партнера или? Да, за своего партнера тоже страшно. Ты должен рассчитать, когда поймать, да? Когда качаюсь, я даю время, когда они сходят, идут на трюк. Вот поэтому кач совпадает. Алла, это получается синхронность должна быть, слаженная работа. Как она достигается? Я даю команду, когда качаюсь. Вот начинаю откидываться, тогда я даю команду up. А я смотрю уже на него, как он команду дал, я спрыгиваю. Даулет, в чем заключается основная сложность воздушного полета? Самое основное в полете – это почувствовать именно дистанцию, почувствовать мах. Прежде чем человека вывести уже на отрыв, на перелет, он делает определенные отмахи. И вот эти отмахи, они очень, ну, конечно, даются это гимнастам, потому что они работают на перекладине, и гимнасты – это, в принципе, люди, которые и обкрученные, и крутят сальто, и физически подготовленные. Спорт – это, то есть, гимнастика, а цирк – это цирк. Цирк – это, в первую очередь, искусство. И те люди, которые со спорта приходят в цирк, там уже, то есть, они раскрываются уже именно по-другому уже. С точки зрения драматургии, хореографии и подачи элементов уже. Здесь нужно делать трюк, но не показывать, что это очень тяжело. Нужно это сделать так, как будто ты птица в небе, которая кружится и дарит счастье людям. Понимаете, вот это...
Мало кто знает, что два элемента в спортивной гимнастике названы в честь нашего земляка. В правилах международных соревнований они значатся как соскок и круги Федорченко. Оба – элементы повышенной степени сложности. В этот зал Сергей Федорченко приходит часто, но скорее по привычке, чем по необходимости. Именно здесь, в Академии гимнастики, работает его наставник, лучший друг и второй отец. Александр Георгиевич Калиш. Именно он 30 лет назад разглядел в непоседливом и непослушном мальчишке будущего чемпиона мира. Он сразу отличался. Способный, скоростной, координированный. Это природные качества. Сергей Федорченко из Казахстана. Уникальный спортсмен с природным чутьем. Он уже в 14 лет выиграл золото на гимнастическом коне. Обыграв взрослых соперников, Сергей Федорченко был звездой молодежной сборной Советского Союза. Любые соревнования были ему по плечу, а медали доставались почти играючи. Но это только на первый взгляд. Он практически все время выступал травмированным. Не было таких соревнований, чтобы у него ничего не болело. Вот болячки его донимали. Характер своеобразный у него, конечно. Поначалу он боялся публики очень. На тренировках все здорово получается. Выезжаем на чемпионат мира. Завал. Вот эта публика, он терялся. А потом уже публика стала его возбуждать. Он, наоборот, загорался, у него эмоции. И он уже научился работать на публику. Сергею Федорченко пророчили блестящее будущее. В 97-м он стал чемпионом мира. В 2000-м на Олимпиаде в Сиднее боролся за золотую медаль, но из-за травмы стал только пятым. После этого Сергей Федорченко решил уйти из большого спорта навсегда. Я долго решал, я решал до 2, наверное. Потом все-таки уже после всех этих травм я сказал, все, хватит. Мы скучаем друг по другу. Хотя, допустим, я вот не приветствовал его уход в цирк. Я его отговаривал как мог. По сей день мы, можно сказать, с ним вместе. За все хотел поблагодарить. Просто за все, за то, что он в меня верил, то, что он меня взял с самого детства, что прошел со мной. Всю сознательную жизнь я ему очень благодарен. А куда я залез уже? Там у вас веревки хватит? Под трос? Вот так? Подтягивай, Синий, подтягивай. Выложила, сошла так хорошо. Ну, можно сказать, после спорта как с чистого листа. Я вот пришел как в первый класс. Чем дальше, тем сложнее, потому что начинаешь-то ты с простых трюков, потом же нужно усиливать. А что в цирке вас привлекает? Почему здесь именно вы остались? Честно сказать, даже не могу. Цирк, вот у него если затягивает, как в болото, оттуда уже выйти тяжело очень, просто-напросто. Понимаете, у нас одна команда, одна семья, то есть мы пытаемся все делать вместе. Все, что нужно сделать, то, что в планах у нас, мы стараемся это все достичь. Когда воздушный полет был представлен в программах казахского цирка, что это был за номер и кто его исполнял? Чуть больше 40 лет уже именно жанру воздушного полета, именно казахского. Был воздушный полет «Байконур», представлен в театральной ферии мюзикольной «Земля чудес». Музыка, галактика. В цирке есть возможность высветить шар, звезды и полет. Не видны трасса, не видна сетка, и люди в белых костюмах, они как будто в бездне в такой, по вселенной летают.
ощущение полета присутствует. Я ж до нее не дотяну, Сергей. Конечно, мы сейчас подставим. Так, не шевелитесь, она качается. У меня уже руки остали, я не могу потом. Расслабься, вот не напрягайся просто так. Никто не верит, но я боюсь высоты. И вот каждый раз я, когда вот выхожу на сцену, мне надо перебороть свой страх. Но я забываю все. И кроме как прийти в руки и как прийти обратно в трапецию, больше ни о чем не думаю. То есть мозг полностью отключается. Очень рад, да, я даже горд, что попал в цирк. Я горжусь и нашим всем составом. Ну вот вам сейчас 40 лет, да? Вы все равно исполняете трюки, летаете. Сложно? Репетирую те трюки, которые я делаю. То есть что-то новое, если учить, то там, да, тяжеловато, но это нужно тоже себя пересилить, перебороть всю вот эту вот тяжесть. А потому что если ты хочешь сделать какой-то элемент или трюк, ты должен к этому стремиться. Если у тебя нет желания, нет стремления, просто-напросто это пустая трата времени и насилование организма, называется. Все равно интересно, у меня есть желание просто. Долетать еще лет 5-6. И я еще отлетаю. Дай бог. Каждый трюк, выполняемый под куполом цирка, это целая история преодоления себя. Преодоления боли, страха и неуверенности. Правда, артисты воздушного полета уверяют, что здесь, на высоте 12-13 метров, ты обретаешь настоящую внутреннюю свободу. И буквально взлетаешь над суетой. Сейчас я это сам проверю и потом все вам расскажу. Сел и над суетой, и над проблемами, и над всем, что угодно. Женя Олеговна, как все-таки хорошо, что в цирк хожу я, а в архив вы. Даниэль, с тобой все в порядке? Все отлично, все замечательно. Я сегодня узнал одну важную вещь, что в чувстве страха нет ничего постыдного. Оно знакомо каждому. Главное – верить в себя. Даниэль, скажи откровенно, ты летал или не летал? Женя Олеговна, ну, конечно, летал. А еще я узнал, что в воздушном полете важна профессиональная смелость. Кураж, как говорят в цирке. Да, Даниэль, а еще артистам воздушного полета не обойтись без идеального глазомера, а также чувства ритма и времени. Но самое главное, артисты-полетчики должны быть одной командой. Ведь от этого зависит не только успех их номера, но зачастую жизнь и здоровье. Да, Даник, вот мы с тобой, кажется, тоже неплохая команда. Но, правда, ты халтуришь все время. Женя Олеговна. Я шучу, ты молодец. Дорогие зрители, у нас на сегодня все. А я напоминаю, что все выпуски программы вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала «Белим Женя Мединьет» www.bmtv.kz. До свидания. Спасибо цирку.